В этом году гимназия номер 3 отмечает 25-летний юбилей. За эти годы из стен многопрофильного учебного заведения вышли тысячи достойных выпускников. Все они поступили в вузы в разных городах России. В этом году в гимназии 3 выпускных класса. Для них звучат напутственные слова от учителей и от гостей праздника. Вы представьте себе, насколько вы сегодня взрослые, крепкие, умные. Дай Бог вам удачи и храни вас всех Господь. Антон Николаевич, я хочу вам выразить большую благодарность, что вы помогаете новостройке. Немногие, наверное, знают, что вы поддержали проект по улице Тельмана. Вы поддерживаете проект создания парковой зоны на улице Есенина Чернышевского. Вы поддерживаете проект сегодня по реконструкции площади, которая необходима. Мы вас тоже очень и очень благодарим. Чтобы все школы Брянска процветали и впредь, городские власти намерены за 3 месяца летних каникул проконтролировать ремонт всех учебных учреждений. Подарком гимназии номер 3 в этом году должен стать ремонт бассейна. Я только что приехал с другой 49-й школы. Там также запланирован большой ремонт и крыши, и спортивного зала, и других объектов. То есть это не только вот этих двух учебных заведений, а по всему городу Брянску такая работа ведется. И мы, я думаю, к 1 сентября исполним. Всех еще раз с праздником, педагогов, родителей, детей, удачного им дальнейшего жизненного пути, чтобы они все поступили и желания всегда исполнялись. Больше всех в этот день волнуются 11-классники. После торжественной линейки они вернутся за учебники, чтобы повторить вопросы предстоящего ЕГЭ. Жизненные цели очень большие. Очень страшно сдавать ЕГЭ, на самом деле. Сложная ситуация у нас в этом году, и поэтому готовимся, стараемся. Подготовка была очень сильная и очень большая эмоциональная поддержка. Поэтому, да, надеюсь, что все будет хорошо. Годы насыщенной учебы в гимназии помогли всем выпускникам. Сегодня каждый из них точно знает, к какой цели стремиться. Александра Седачева, Александр Егоров. События, Брянск.